есть. Смирно. Новогодний праздник ЦИДО объявляем открытым. Ура! Значит, мы рады вас здесь всех приветствовать. Я, сенсей Роман, наша помощница Елизавета. На нашем спортивном мероприятии новогодний праздник, предновогодний праздник ЦИДО. Мы собрались для того, чтобы провести веселые поединки. Я желаю всем в первую очередь хорошего настроения, успешного выступления. Продолжается педагогический эксперимент, новогодний праздник День ДЗЮДО. Биберева, Москва. Педагогический эксперимент подразумевает то, что нету судьи на татами. После поединка борьбы за ленточку дети сами дают оценку своему партнеру и себе. И это все записывается в протокол, в бланк участника. И после этого выявляется тот участник, кто лучше всех принимал участие в отнимании ленточки, по мнению самих участников. Thank you.
Яков, тебе понравилось участвовать в этом мероприятии? Тяжело было? А что тебе больше всего понравилось? Ленточки забирать. И ты... Малик, не мешай, только потом встань. Давай, остановись, Сансэй Низами, сегодня прошло в зале Биберева праздничное мероприятие «Новогодний день дзюдо». Он прошел в педагогическом эксперименте. Мы с вами уже не первый раз такие эксперименты, так сказать, проводим педагогические. На ваш взгляд, вот именно этот эксперимент и вообще все сегодняшнее мероприятие, насколько удачно прошло, и ваша оценка себе и тем, кто участвовал, по пятибалльной шкале от 0 до 5? В первую очередь хочу, сенсей Роман, поблагодарить тебя за предложенный формат мероприятия. Эксперимент, я считаю, на мой взгляд, удался. Мне понравилось, как дети оценивали свои встречи, возможности своего соперника и так, как они оценивали готовность свою к поединку и вообще то, как провели встречу. Все это делали по-разному, но, честно, вот я вот был... Это было интересно наблюдать, они это делали все по-разному, и для меня это было что-то такое новое. Детей видишь с какой-то новой стороны. Для педагога, ну, для меня это было интересно. Вот. Но в целом я считаю то, что всем все понравилось, и происшествий не было. Педагог доволен и благодарен тебе, Роман, за твое участие, твое предложение. Спасибо большое. И в завершении пожелания твоим ученикам и их родителям в новом году. В новом году я желаю всем счастья, успехов, благополучия, семейных радостей. Хочу сказать своим ученикам, чтобы они мечтали, чтобы они загадывали желания, как это делается перед каждым годом. Хочу, чтобы они стремились к своим желаниям. И пусть эти желания сбудутся. Они сбудутся, если они будут прикладывать усилия для того, чтобы их достичь. А мы будем им помогать. Папа, мама, педагоги, тренеры и все остальные, кто их любит. Всех с наступающим Новым годом. Елизавета, ты сегодня приняла участие в новогоднем
празднике новогодний день дзюдо. И скажи, пожалуйста, ты впервые принял участие как секретарь этого мероприятия, которое прошло в Биберево, в клубе дзюдо, где тренирует Низами Аласкяров. Скажи, пожалуйста, как твои впечатления по этому мероприятию, по своей деятельности, которую ты провела, и вообще по тем свои впечатления? Мне очень понравилось. Необычно, увлекательно, интересно. А вот тот эксперимент, который мы сегодня педагогически провели, с тем, чтобы дети самостоятельно давали оценку своим поединкам, как ты думаешь, насколько он удался? Я думаю, удался. Насколько по шкале от 1 до 5. А вот как ты думаешь, ты себя вот представить на этом месте, насколько бы ты была категорично выставляя оценки себе и своим партнерам? Ты думаешь, это сложное дело вообще давать оценку своим действиям и действиям других людей? Нет, мне кажется, не очень. Да вряд ли это будет прям сложно. А ты бы была объективной? К себе или к партнеру? К партнеру. Да. А к себе? Да. Что ты можешь пожелать ребятам, которые сегодня выступали на этом празднике в новом году? Успехов им во всем, чтобы они не бросали данный вид спорта, чтобы у них все было хорошо. Праздничное мероприятие завершилось. Новогодний день дзюдо в зале, где проводят свои тренировочные учебные занятия Низами Аласкяров. И по моей просьбе он любезно согласился провести не просто праздничное мероприятие, а педагогический эксперимент, в котором мы попробовали не судить самостоятельно поединки, которые проходили между юными дзюдоистами, а дать им возможность самим определять подготовку свою, давать оценку себе и своему партнеру после каждого поединка. Здесь не было задачи выявить победителя или проигравшего, а задача состояла в том, чтобы дети могли ясно смотреть и видеть и давать себе отчет за ту или иную деятельность, и также давать отчет себе, и также давать отчет своему партнеру за его деятельность. Таким образом, мы дали возможность детям анализировать, мыслить, проявлять свои не только физические способности, но и интеллектуальные, и также немаловажно нравственные качества. Что хочу сказать? Я хочу поблагодарить родителей, которые привели своих детей на это праздничное мероприятие «Новогодний день дзюдо», поблагодарить родителей, которые приводят детей и участвуют в жизни своих детей, давая им возможность физически развиваться, не имеет значения, дзюдо это или какой-то другой вид физической активности, но в данном случае это было дзюдо. Продолжайте участвовать в жизни своих детей до определенной поры, чтобы дать им возможность потом самостоятельно уже двигаться в правильном или нужном и эффективном русле для того, чтобы их жизнь была более, еще более веселой и радостной и здоровой. И хочу пожелать всем участникам сегодняшнего мероприятия и родителям, и также сенсею Низами, успехов в новом году, здоровья, и пусть все будет так, как будет, а мы будем это воспринимать с открытым сердцем и с добром. Всем хорошего года! С вами был Роман Карасев, и это видеоканал «Планета Дзюдо». До новых встреч!